Я не знала, что ты привезешь гостей. Сейчас 4 утра, малыш. Не стоило готовить. Брось, я принесу еще тарелки. Кто это? Карен, моя жена. Новая жена? Моя покойная жена. Бобби, она вылезла из гроба. Нет, не могла. Я кремировал ее. И не было никаких знаков, знамений? Да, были сильные грозы. И мы это говорили. Что еще? И сквозь пламя восстал предо мною бледный конь, и всадник его нес косу. И я понял, если восстал он, восстанут и они, и от него, и через него. Так что, за этим стоит смерть? Смерть мрачный жнец? Да. Здорово. Еще один всадник. Видно, сегодня четверг.